Добрый день, уважаемые зрители! Мы находимся на одном из самых важных мероприятий в жизни электротранспорта в Российской Федерации. Сегодня нас ждет очень много всего интересного. Это, конечно же, заезды участников, как электрических скейтбордов, самокатов, моноколес, даже мотоциклов, велосипедов и даже автомобилей. Вас ждет захватывающее приключение, поэтому обязательно следите за тем, что будет происходить сегодня. Ну а сейчас мы подойдем к нашему стенду, где представлено много экспонатов с двигателями Дуюнова. Обратите внимание, что огромный ажиотаж. Очень много людей подходит, интересуются представленной техникой, спрашивают о технологии. И на этом масштабном мероприятии у нас самый большой стенд. Очень интересную технику, причем техника абсолютно разная. Это уникальное изобретение российской инженерии. Сани, которые едут сами, модернизированный муравей-трицикл, мотоцикл также модернизированный, мотособака. Техники действительно очень много. И, конечно же, даже не обошлось без строительной техники мотомув. Вот такое разнообразие электрической техники на сегодняшний день может предложить технологии совмещенных обмоток с лавяткой. Те двигатели, которые проектируют проект двигателей Дуюнова, позволяют перекрыть очень большое количество потребностей человечества в электродвигателях. Поэтому приглашаю каждого ознакомиться поподробнее, задать свои вопросы по характеристикам, увидеть своими глазами, потрогать, да и просто получить удовольствие от общения. Было заметно, что двигатели Дуюнова уже знакомы многим, а их преимущества очевидны и простым любителям прокатиться на электротранспорте, и специалистам, и организаторам мероприятия. Самобытный дизайн и ходовые характеристики Емелиных саней отметили также на телеканале «Пятница», который выпустил сюжет о «Электродей 2020». Для тех, у кого плохо с равновесием, электросани. По словам владельца, они могут заменить автомобиль. Правда, и стоят, как машина, 500 тысяч рублей. Здесь стоит небольшой аккумулятор 60 ампер-часов. Заряжается он за 2 часа. Ну, до 80% вообще за 20 минут. На них не нужны никакие документы. При этом они вот могут творить чудеса. Остановился именно на этом моторе, значит, я в теме, как говорится. Да. Я, опять же, все рассказал. То есть минимум механизмов, максимум простоты – это автомат Калашникова среди электродвигателей. То есть ничего лишнего. И при том это все едет, все тянет и едет приятно, очень приятно. Вот мы сегодня здесь были на выставке, мне дали возможность прокатиться на других аппаратах. Они все хорошие, но почему-то на двигателе Дуюнова есть какая-то вот такая дорогая тяга. То есть она, ну как садишься, допустим, в премиальный автомобиль. То есть он начинает ехать без всяких дерганий, без всего. Плавное нарастание и скорости, и шумовое нарастание. И при том без потери тяги. Ты чувствуешь, что оно тянет? Но тяга такая ровная, дорогая. Вот я ее называю дорогой тягой. Мы с вами находимся на замечательном мероприятии. Это одно из самых, наверное, важных событий в жизни электротранспорта в России. Вот ваши впечатления от этого мероприятия? Я вот, честно говоря, первый раз на таком мероприятии и виден масштаб производства и эксплуатации электрических машин, то есть вплоть от автобусов до каких-то там самокатиков и колес одиночных. То есть их радует, что эти моторы можно поставить любую технику, посмотреть, какой ряд тут представлен. И мотоциклы, и мотособаки, и мопеды, и сани, наконец. Да, то есть фактически один и тот же двигатель представлен в разной технике и имеет место быть. Да, он перекрывает все потребности практически во всех машинах.
расскажите, кто вы и зачем вы сюда пришли? Чем вы здесь занимаетесь? Я Георгий Чанин, получается, механик Дмитровского детского дома-интерната. Всегда мечтал о том, чтобы двигаться на электротяге. С самого детства у меня была мечта построить электроцикл, и благодаря вот двигателям Дуйно у меня наконец-таки это получилось. Что здесь? Здесь когда-то был китайский мотоцикл Stealth Trigger 50SM, и он превратился в монстра, я не боюсь этого слова сказать. Во главе стал двигатель Дуйно DA100S. Год работы, и вот результат перед вами. Николай, да? Рад тебя видеть на этом мероприятии. Аналогично, рад быть на этом мероприятии. Я знаю, что ты уже давний участник проекта «Двигатели Дуйнова», уже сделал много хорошего для проекта, рассказал огромному количеству людей. И сегодня ты приехал на этот праздник электротранспорта, один из самых крупнейших в Российской Федерации, на вот этом чуде техники, в котором стоит мотор-колесо. Так и есть, стоит мотор-колесо. Так получилось, что нам передали тот самый скутер с мотор-колесом, с увеличенным мотор-колесом, который тестировался где-то в 2016, наверное, да, года. И сейчас это колесо у нас. Мы решили его поставить в другой мотоцикл, поменьше. Ну и, в общем, чтобы батарея влезла, чтобы удобнее было. Ну и вот, собственно, что получилось. Как результат едет? Расскажи свои ощущения. Ощущения интересные в плане звука и вот самих ощущений, потому что и звук другой, и вот, ну, как едет по-другому, то есть не чувствуется никаких вибраций, он прям плавно идет. И по звуку точно так же, как летающая тарелка. А касательно вибрации, это в сравнении с ДВС-кой? Или нет, в сравнении именно с мотор-колесом, которое на магнитах. И там вот какие-то вибрации чувствуются, когда вот он начинает, например, трогаться, там что-то такое... Я не знаю, как описать. А здесь прямо плавно это все делается. И звук вот именно НЛО. А касательно наката? Нака шикарный. То есть фактически... Разогнался, и все, качество. То есть как будто как на нейтральной передаче. Ну да. Отлично. На мотор-колесах с магнитами тоже такое есть, ну, потому что что-то говорят, что там наката вообще нет. Там накат есть, но здесь он значительно лучше, прям, ну, это ощущается. Обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк, и тогда вы точно будете в курсе всех событий из жизни проекта. До новых встреч!